Выставку европейских и американских карт с обозначением казахского государства накануне Дня Республики презентовали в Усть-Каменогорске. В экспозицию вошли научные труды историка Мухита Ардагера Садыкназарова. Атласы созданы картографами Америки, Бельгии, Франции, Италии, Германии в период с 16 по 19 века. На них проиллюстрированы ключевые этапы развития казахской государственности, причем местным музееведам удалось удивить зрителей новыми артефактами. Среди картографических снимков представлены портрет и биография Ару Султана. Это крестница и фрейлина, а позже и уже советница английской королевы Елизаветы I. На Британские острова ее привез известный дипломат и путешественник Энтони Дженкинсон. Она стала фрейлиной Елизаветы I. Но вот ее мы называем иногда первым дипломатом Казахстана. Да? И это не преувеличение, потому что доказано документально. Мы чувствуем ее влияние вот даже в этих картах, потому что там образы женские, казахские.